В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! В честь празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и парада победы 24 июня 1945 года в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков 24 июня 2020 года на Красной площади Москвы и в других городах России прошли грандиозные военные парады с участием различных видов войск и техники. В нашем районе этот день также стал особенным. Но нигде не видали лучше нашей земли, наше солнышко красное. Песни о войне и победе в этот день звучали особенно пронзительно и трогательно. Работники культуры района подготовили небольшие концертные программы и исполнили художественные номера вблизи домов ветеранов. Тагир Фаязович Мухаметов до войны трудился механизатором в родной деревне Байсар. В 1944 году ушел на фронт, домой вернулся лишь спустя 4 года. Награжден орденом Отечественной войны второй степени многочисленными медалями. Гостей он встречал в этот день традиционно с супругой Саймой, она труженик тыла. С приветственным словом к Тагиру Фаязовичу и гостям праздника обратился глава администрации района Ильшат Вазигатов. Мы очень гордимся, что в нашем Ненаульском районе живут такие люди, которые могут радоваться своим внукам, правнукам, успехам, делятся проблемами, рассказывают молодому поколению, нам и еще более молодому поколению, до сих пор они делятся и рассказывают про ужасы войны. Чтобы эта война не повторялась, чтобы мы, живущие ныне поколения, не знали таких бед. Несмотря на некие ограничения в связи с коронавирусом, мы этот год будем, до конца года еще, надеюсь, будем праздновать его, отмечать, говорить о страшной войне и об уроках той страшной войны, чтобы они не повторились. В этот день он вручил телефон ветерану. Его в честь годовщины победы фронтовикам презентует партия «Единая Россия». Тем временем вторая мобильная группа уже расположилась на улице Труда. Здесь проживает еще один фронтовик – Амирьян Нурулин. Его призвали на фронт 17-летним мальчишкой. После прохождения учебных курсов он служил на границе Афганистана. В 1948 году был ранен и демобилизован. Награжден орденом Отечественной войны второй степени медалями. Ильшат Вазигатов вручил презент и выразил слова благодарности ветерану. Поздравляю с праздником, День Победы! Большое спасибо! Тем временем на площади вблизи администрации района уже собрались волонтеры и активисты. Здесь прошла еще одна акция. Автолюбители припарковали свои автомобили и составили цифру 75. Песни победы звучали в этот день не только во дворах ветеранов. На малой сцене вблизи Дворца молодежи читали стихи и пели песни военных лет. Сегодня, 24 июня, в годовщину первого парада победы в Ненаульском районе проходит ряд мероприятий. План разработан в соответствии с рекомендацией по вопросам организации и проведения в субъектах Российской Федерации мероприятий, приуроченных 75-й годовщине Победы. В полдень на центральной площади прошла акция «Звон Победы». Автомашины выстроили символичную цифру 75 и подали звуковой сигнал в течение минуты в знак приверженности миру на всей земле и в честь защитников Отечества. На малых сценах Дворца молодежи и городского парка пройдут сегодня акции «Парад победителей» по исполнению песен и стихов на военную тематику. Таким образом, выступающие выразят чувство сопричастности к великому подвигу прадедов. Также мы присоединяемся к флешмобу «Голубь мира», который проходит уже с 22 июня в онлайн-формате. И сегодня будут работать две площадки, где каждый желающий сможет смастерить свой символ мира, как символ сегодняшней мирной жизни, и закрепить ее в специально оформленной зоне. Такие площадки располагаются на территории Дворца молодежи и в городском парке у фонтана. Не остались в стороне от праздничных мероприятий и школьники. Воспитанники художественного отделения школы искусств собрались в городском парке. Здесь прошла акция «Я рисую мелом». Вооружившись цветными мелками, ребята превратили аллею в яркое полотно, радующее взор всех прохожих. Ну, я с детства любила рисовать. Я закончила второй класс художественной школы, перехожу в третий. Здесь мы рисовали мелом поздравления к Великой Победе. Так сказать, память ветеранам за то, что они нам сделали. Мы нарисовали поздравления, благодарности и просто разные рисунки. С
Самые маленькие горожане приняли участие во флешмобе «Голубь мира». Малыши вырезали символы мирной жизни, ребята приложили усилия и постарались, чтобы их голуби стали самыми красивыми. Вечером в городском парке прошел финальный концерт этого дня. Свои номера подготовили солисты и вокальные коллективы нашего района. В России зарегистрировали 7113 новых случаев COVID-19. Умерли 92 человека, выписались 6342, сообщили в оперативном штабе. У 32% зараженных нет клинических проявлений. Общее число инфицированных по стране достигло 613994 человек. Скончались 8605, поправились более 375 тысяч. Общее количество подтвержденных пациентов с коронавирусом с начала пандемии в Башкортостане превысило 5000 человек. Мы продолжаем следить за ситуацией с COVID-19 в нашем районе. Подробнее о ней нам расскажет врач-эпидемиолог Гульчичак Нурулина. По состоянию на 25 июня в Янаульском районе зарегистрировано 98 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них находится на госпитализации 8 человек, в том числе 5 человек в госпитале города Нефтекамска и 3 пациента с средней степенью тяжести заболевания получают необходимую медицинскую помощь в инфекционном отделении на Уйска ЦРБ. 9 человек находятся на амбулаторном лечении на дому с легким течением COVID-19. Выписано с выздоровлением 74 пациента. Итого, на данный момент в районе 17 пациентов получают медицинскую помощь с диагнозом COVID. На карантине находится 38 контактных лиц. Продолжается плановый забор мазков у групп риска на COVID-19. За весь период работы проведено 3158 исследований, в том числе у контактных лиц 1149 человек, у пациентов, госпитализированных в пульмоблок с диагнозом внебольничная пневмония, 53 человека. Плановая госпитализация в стационар проводится при отрицательном результате мазка на COVID. За 7 дней до госпитализации нужно сдать мазок из ротоглотки в амбулаторных условиях. При экстренной госпитализации в приемном покое всем пациентам проводится экспресс-диагностика на COVID. Экспресс-тесты всего сделано 475. Медицинские работники настоятельно рекомендуют соблюдать меры изоляции пациентов, находящихся на лечении на дому, и их контактным лицам, чтобы не допускать дальнейшего заражения окружающих. Обращаю внимание населения, соблюдайте меры профилактики коронавирусной инфекции, носите маски, регулярно обрабатывайте руки с мылом, соблюдайте дистанцию как минимум 1,5-2 метра. Будьте здоровы! 25 июня начинается голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Общероссийское голосование пройдет 1 июля с 8 до 20 часов по местному времени. В Башкортостане к работе уже приступили 3395 участковых избирательных комиссий. Для обеспечения безопасности здоровья граждан избирательные участки будут работать в течение недели. В Янауле сегодня заработали 48 избирательных участков, 15 из них в городе, 33 на селе. На избирательном участке номер 3406 в список включены 1892 человека. Однако к 30 июня эта цифра может измениться. С сегодняшнего дня, с 25 июня, наши избирательные участки открылись. Все желающие проголосовать могут прийти с 8 утра до 8 вечера. Также наши голосующие могут нам позвонить по телефону, и мы можем выехать на дома, провести голосование там. Также средства защиты у нас для этого имеются. Мы вас всех приглашаем принять самое активное участие на голосование. Все средства индивидуальной защиты у нас предусмотрены, когда будут заходить. Также установлены разметки. Проголосовать можно и на дому. Представители избирательной комиссии придут с индивидуальным пакетом для голосования и переносной урной. Чтобы не подвергать людей риску заражения коронавирусом, предусмотрены все меры безопасности. Представители комиссии в защитной экипировке передают пакет для голосования, а сами ожидают за дверью. Голосование дома особенно актуально для тех, кто находится в зоне риска, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Заявку можно подать заранее в региональный избирком. Мы, члены участковой избирательной комиссии 3405, разделились по 2 человека и ездим по 2 направлениям. У каждой команды, так скажем, по 30 адресов. Реестр этих адресов составлен с учетом
поданных заявлений, которые желали голосовать на дому, и люди из категории 65+. Мы приезжаем к этим людям и в целях безопасности предлагаем проголосовать на дому. Пришедшим на участок жителям района на входе выдают маски и перчатки, измеряют температуру. В зал, где проходит голосование, запускают по одному. Паспорт представителей избирательной комиссии также проверяют на допустимом расстоянии. Один из таких участков традиционно открыли в лицее. Наш избирательный участок 3419, который находится по адресу улица Победы, 77, начал свою работу в штатном режиме. Каждый день мы работаем, значит, с 8 до 8 вечера. 30 июня мы работаем с 8 до 14.00. 1 июля с 8 до 8. В связи с эпидемиологической ситуацией в мире у участников голосования есть возможность проголосовать вне дома. Если вы по какой-либо причине не можете посетить избирательный участок, вам необходимо позвонить по номеру 546-49 и сообщить об этом. На сегодняшний день, значит, в списке у нас общее количество голосующих 1075 человек. Поступило, значит, 64 заявления о голосовании вне помещения. Подготовка к общероссийскому голосованию стала масштабной, и это понятно. По всей стране откроют более 96 тысяч участков. Главными задачами Центра избиркома на эту неделю остается открытость и доступность процесса и безопасность россиян. С 1 сентября ученики первых пятых классов Абзелиловского, Благоварского, Федоровского и Янаульского районов Башкирии будут носить единую школьную форму. В этих муниципалитетах в качестве пилотного проекта начнут внедрять форму единого образца. Создателями коллекции школьной формы для мальчиков и девочек выступили Ассоциация легкой промышленности республики и Уфимский государственный нефтяной технический университет. Разработчики постарались учесть особенности возрастных групп и погодные условия. Оценить качество изделий родители смогут уже в пятницу, 26 июня. Наш Янаульский район вошел в пилотный проект по введению в Республике Башкортостан единой школьной формы для обучающихся первых-пятых классов. И вследствие этого 26 июня в наш район ожидается приезд представителей Ассоциации предприятий легкой промышленности Республики Башкортостан. На территории ФОКа они организуют показ школьной формы, и где родители смогут сами посмотреть качество тканей, примерить форму, оставить свои замеры, задать интересующие вопросы представителям ассоциации. Приглашаем на данную выставку представителей родительских комитетов школ района с 1 по 5 класс на территорию ФОКа в 14 часов дня. И в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований очень прошу соблюдать масочный режим, иметь при себе перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Впереди прогноз погоды и новый выпуск программы «Криминальная хроника». «26 июня ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 11, плюс 13 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснением, местами кратковременные дожди. Ветер северный 7-12 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 11, плюс 16 градусов. Оптовых цен «Находка». Тысяча спецпредложений в одном месте. Янаул, Лермонтова 10 и новый магазин по адресу Ленина 11Г. Айда на открытие 20 июня. Докторская сосново-борская 99,99. Тушка цыпленка 99,99. Срок акции до 12 июля 2020 года.
26 июня в полдень в Янауле нашествие низких цен в связи с открытием большого магазина сети «Домострой». Широчайший ассортимент товаров для строительства и ремонта. Строй, строй, строй с магазином «Домострой». Открываемся на Объездной, 17. О событиях и преступлениях, произошедших за две минувшие недели, в очередном выпуске программы «Криминальная хроника». Студия Алсу Щепотева. Утром 8 июня в отдел полиции обратился житель Нефтеюганска и сообщил, что неизвестные лица проникли в его дом в деревне Юсуково, похитили двигатели от мотоблока, два триммера, две дрели, пилу и мойку Керхер. Спустя день в дежурную часть позвонил житель города Янаула и сообщил, что вблизи деревни Ишболдина неизвестные лица похитили листы ограждения скотомогильника. 12 июня помощь сотрудников полиции потребовала жителю улицы Победы. Мужчина сообщил, что неизвестные лица похитили его велосипед марки «Стелс» бело-голубого цвета, оставленный вблизи гаража гаражного кооператива «Автолюбитель». 18 числа сотрудники полиции задержали 48-летнего жителя улицы Победы. Мужчина демонтировал банную печь на чужом садовом участке. Не дремлют и мошенники. Так, 16 июня в лапы злоумышленников попал житель улицы Невского. В социальной сети ВКонтакте он получил сообщение от знакомого мужчины с просьбой одолжить 4800 рублей. Не почувствовав подвоха, он переводит нужную сумму на карту преступников. На этом история не заканчивается. В общем, мошенники выманили у потерпевшего более 7000 рублей. 37-летняя жительница Янаула обратилась в полицию после того, как неизвестные лица стали просить вернуть нужную сумму по кредиту. Причем сама потерпевшая его не оформляла. Кто мог воспользоваться документами и без ведома женщины оформить кредит в центре микрофинансирования, теперь выясняют следователи. 10 июня шокирующее по своим возможным последствиям происшествие случилось в деревне Кумово. Муж облил жену и дом бензином. К счастью, никто не пострадал. К другим происшествиям. 9 июня в результате несчастного случая в нашем районе погиб мужчина. Водитель бульдозера, житель Удмуртии, 1965 года рождения, при погрузке бульдозера на грузовой трал допустил его опрокидывание. Мужчина попытался покинуть кабину бульдозера, но не успел. Его придавило тяжелой техникой. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. 15 июня на 7-м километре автодороги Нефтекамск-Камзя вблизи деревни Кумово произошло дорожно-транспортное происшествие. 32-летний житель Амзи, водитель ВАЗ-14 модели, двигаясь в сторону Нефтекамска на опасном участке дороги, превысил допустимую скорость движения, не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание с последующим наездом на линию электропередач. В результате полученных травм водитель скончался на месте аварии. Всего за две минувшие недели на дорогах Янаульского района зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб. Выявлено более 400 нарушений правил дорожного движения. В том числе 87 водителей пренебрегли ремнями безопасности. 22 автолюбителя нарушили правила обгона. 10 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Это все главные события за две минувшие недели. Берегите себя и своих близких. До свидания. Как найти свой участок для голосования?
Узнать, где находится ваш участок для голосования, вы можете на официальном сайте Центра избиркома в разделе «Цифровые сервисы» или в личном кабинете на портале госуслуг в разделе «Мои выборы», а также позвонив в информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру 8 800 200 0020. Голосовать легко. Существуют ли меры пожарной безопасности в лесу? Безопасность леса – это ваша безопасность. МЧС России. МЧС представляют правила поведения на воде. Не ныряйте в незнакомых местах. Не загрязняйте, не засоряйте водоемы. Не позволяйте детям купаться без присутствия взрослых. При катании на плавсредствах соблюдайте технику безопасности и используйте спас-жилеты. Простые правила, которые могут спасти жизнь.